Просветительский проект «Приазовье историческое» направлен на популяризацию знаний о родном крае от периода античности до эпохи Средневековья. В парках и школах Мариуполя будут проводиться встречи, на которых люди в одеждах соответствующей эпохи расскажут нам о тех далеких временах. Тот, кто не знает прошлого, не имеет будущего. Приглашаем волонтеров для участия в нашем проекте. Вы получите знания о славном прошлом нашего Приазовья и сможете интересно провести время.